была Красная площадь. Сегодня здесь состоялся парад войск, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Торжественно и нарядно Красная площадь, свидетельница многих славных событий нашей истории. В четком строю парадные расчеты войск. На трибунах ветераны войны и труда, передовики и новаторы производства, представители партийных, советских и общественных организаций, видные деятели науки и культуры. Здесь же многочисленные иностранные гости, присутствуют главы дипломатических представительств зарубежных стран, аккредитованные в Советском Союзе. Бурными аплодисментами москвичи и гости столицы приветствовали руководителей Коммунистической партии и Советского государства. На центральную трибуну мавзолея поднимаются товарищи Горбачев, Алиев, Воротников, Гришин, Громыко, Лигачев, Романов, Соломенцев, Тихонов, Чебриков, Демичев, Кузнецов, Пономарев, Зимянин, Никонов, Русаков. Здесь же видны и советские военачальники. 10:00 утра. Военный парад в честь 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне принимает министр обороны СССР, маршал Советского Союза Соколов. Командует парадом генерал армии Лушев. Товарищ маршал Советского Союза! Войска московского гарнизона, ветераны войны и труда, для парада во знаменование 40-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Лушев. Министр обороны и командующий парадом объезжают войска, построенные для парада. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 40-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Въезд войск завершен. Маршал Советского Союза Соколов поднимается на трибуну мавзолея. Товарищи воины,
советских вооруженных сил, товарищи ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, трудящиеся Советского Союза, уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства приветствую и поздравляю вас всенародным праздником, 40-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Историческая победа, одержанная советским народом и его вооруженными силами над фашизмом, убедительно доказала могущество и несокрушимость страны Советов, ее огромные экономические, социально-политические и духовные возможности. Победа ярко продемонстрировала монолитное единство партии и народа, нерушимость союза рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, дружбу и братство народов Союза Советских Социалистических Республик, великую силу марксистско-ленинской идеологии. Победа Советского Союза – это победа его вооруженных сил, передовой советской военной науки, полководческого искусства и боевого мастерства наших военных кадров. Великий подвиг в годы войны совершили труженики тыла. Несмотря на колоссальные трудности, они в нарастающих количествах создавали военную технику и оружие для разгрома врага, обеспечивали армию и страну всем необходимым. Вдохновителем и организатором победы явилась Ленинская коммунистическая партия. По ее призыву вся страна поднялась на смертный бой с фашизмом, превратилась в единый боевой лагерь. Коммунистическая партия Советского Союза была подлинно сражающейся партией. Наш народ всегда будет помнить и по достоинству оценивать самоотверженную борьбу с фашистскими захватчиками, бойцов военных соединений, партизанских армий и отрядов Югославии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Албании, войсковых частей Венгрии, участников движения сопротивления и антифашистского подполья. Большой вклад в достижение победы во Второй мировой войне внесли народы и армии Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Китая и других государств антигитлеровской коалиции. В первых рядах освободительной борьбы находились коммунисты, верные сыны своих народов, пламенные патриоты, интернационалисты. Разгром ударных сил империализма привел к ослаблению его позиций, обострению и углублению общего кризиса капитализма. Возникла и успешно развивается мировая социалистическая система. Коммунистическая партия, вооруженная бессмертным революционным марксистско-ленинским учением, уверенно ведет советский народ по пути, указанному Лениным. Все дела и помыслы ее направлены на благо советского народа
строительство коммунизма, могучую творческую энергию нашему созидательному труду придает приближение важнейшего события в жизни страны, очередного 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Усилия нашей партии, советского государства, концентрируются на дальнейшем укреплении социалистического содружества, упрочении позиций социализма, на твердом и последовательном проведении в жизнь ленинских принципов мирного сосуществования государств с различным общественным строем, на прекращении развязанной империализмом гонки вооружений, на укрепление мира на планете. В нынешней сложной международной обстановке Советский Союз готов проявить добрую волю вместе с другими государствами, настойчиво искать пути к взаимоприемлемым соглашениям, направленным на ослабление военной угрозы. Однако он твердо заявляет, что любого, кто посягнет на мирный труд советских людей, на безопасность советской страны и ее союзников, неизбежно постигнет возмездие. Наши славные вооруженные силы располагают для этого всем необходимым. Свою историческую миссию по защите завоеваний социализма советские вооруженные силы выполняют в едином строю с армиями государств социалистического содружества. Советские воины единодушно поддерживают и одобряют решение мартовского и апрельского 1985 года пленумов Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Тесно сплоченные вокруг родной Коммунистической партии и ее Ленинского Центрального комитета, верные героическим традициям, а не напряженным ратным трудом, крепят боевую готовность частей и кораблей, всегда готовы достойно выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Слава воинам вооруженных сил, ветеранам Великой Отечественной войны, бойцам народного ополчения, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, женщинам, ученым и деятелям культуры, отстоявшим в борьбе с фашистскими захватчиками честь, свободу и независимость нашей советской Родины. Вечная память защитникам Родины, павшим в жестоких боях с фашизмом за свободу и счастье нынешних и грядущих поколений. Да здравствует героический советский народ, народ-победитель и его доблестные вооруженные силы. Да здравствует наша великая Родина, Союз Советских Социалистических Республик. Слава Ленинской Коммунистической Партии Советского Союза, вдохновителю и организатору всех наших побед. Ура!
Военный парад открыли барабанщики, воспитанники Московского военно-музыкального училища. Знамя Победы. Оно прошло долгий путь, прежде чем советский солдат водрузил его над поверженным Рейхстагом. Честь пронести Знамя Победы по Красной площади предоставлена дважды герою Советского Союза, маршалу авиации Николаю Михайловичу Скоморохову. Ассистенты знаменосца – герои Советского Союза Николай Иванович Кузнецов, Павел Андреевич Литвиненко, Степан Андреевич Неустроев, Николай Максимович Фоменко. За знаменем победы штандарты фронтов. Всех 10 фронтов, громивших врага от Баренцева моря до Черного. И 150 боевых знамен. Они как бы представляют сегодня все прославленные полки и дивизии, всю героическую Красную армию. Боевые знамена сопровождает рота почетного караула. Она представляет три вида вооруженных сил – армию, авиацию и военно-морской флот. На Красной площади колонна героев Советского Союза. Нет среди героев и двух одинаковых судеб, но есть одно общее – каждый из них совершил подвиг. Они всегда были впереди, там, где труднее, там, где нужно было первым подняться в атаку. Если бы можно было собрать всех героев Советского Союза на этот праздник, то их здесь оказалось бы более 11 600. Перед мавзолеем полные кавалеры солдатских орденов славы. Отвага солдата. Даже самый совершенный замысел военачальника остался бы только замыслом. Не будь на поле боя солдат, стойкость и отвага которых под стать смелой мысли полководца. Солдат, способных пройти сквозь пули. На Красной площади участники парада Победы 1945 года идут с достоинством. Не забыли строевого шага ветераны. Идут те, кто отстоял Москву, Ленинград, Сталинград, кто освободил нашу землю, города Европы, кто штурмовал Берлин. Идет колонна ветеранов войска польского. Ее возглавляет участник парада Победы 1945 года генерал дивизии Зигмунд Куща. Свое боевое крещение воина 1-й польской дивизии имени Костюшка получили в октябре 43-го под Ленина в Белоруссии. На площади колонна ветеранов Чехословацкой народной армии. Ее ведет генерал-лейтенант Ярослав Дочкал. Чехословацкий отдельный батальон под командованием подполковника Людвига Свободы, сформированный на территории СССР, свой боевой путь начал у Соколова в марте 1943 года. Идут советские партизаны и подпольщики. От мала до велика поднялись на борьбу с фашистскими оккупантами советские люди. На всей временно захваченной врагом территории шла священная народная война. Идут труженики тыла времена Великой Отечественной. Над колонной развивается знамя трудовой славы. Идут люди, которые самоотверженным трудом выиграли битву за металл, хлеб, топливо и сырье, за создание оружия победы. Идут герои тыла. На Красной площади сводный полк воинов-освободителей, солдат Великой Отечественной. Форма одежды у них та же, что была в годы войны. В руках знаменитые безотказные ППШ, автоматы конструкции Шпагина. Советский солдат. Он выстоял, потому что оказался душевно крепче и выше захватчиков. В своем сердце нес он чувство жизни. Это была победа советского человека, истоки которой в октябре 17-го. На Красной площади наследники боевой славы фронтовиков, наследники победы. Четок шаг офицерских шеренг, безукоризненно равнение. В
парадном расчете слушатели военной академии имени Фрунзе. На ее знамени ордена Ленина, Октябрьской революции, Суворова и Красного знамени. В годы Великой Отечественной вели дивизии, армии и фронты выпускники академии. Жуков, Конев, Рокоссовский, Соколовский, Толбухин, Баграмян. Около 700 воспитанников академии стали героями Советского Союза. 27 удостоены этого высокого звания дважды. На марше военно-политическое орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия имени Ленина. Год ее рождения 1919. В ней учились комиссары гражданской, политработники Великой Отечественной. Личной храбростью, преданностью делу коммунизма, большевистским словом воодушевляли они бойцов на подвиг, воспитывали у воинов мужество и отвагу. Свыше 150 выпускников Академии стали героями Советского Союза. На площади одной из старейших военно-учебных заведений военные орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова, Академия имени Дзержинского. Выпускники Академии внесли большой вклад в создание отечественной боевой техники. Среди ее воспитанников 68 героев Советского Союза, 21 герой социалистического труда, 227 лауреатов Ленинской и государственной премии. Идет военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная академия бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. Академия подготовила тысячи талантливых командиров-танкистов. В парадном строю военно-инженерная ордена Ленина Краснознаменная академия имени Куйбышева. Более 160 лет готовит она кадры военных инженеров. В Академии учились и преподавали видные советские военачальники и ученые. Среди них легендарный генерал, герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев. Сегодня в парадном расчете Академии более 80 офицеров, награжденных боевыми орденами. Перед мавзолеем военная ордена Октябрьской революции, Краснознаменная академия химической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко. Академия воспитала большой отряд высококвалифицированных военных специалистов, задача которых – надежная защита войск от оружия массового поражения. Марши, парадные батальоны военно-воздушной краснознаменной ордена Кутузова Академии имени Гагарина. Здесь учился трижды герой Советского Союза, маршал авиации Иван Никитович Кожедуб. Кадры инженеров для наших военно-воздушных сил готовит военно-воздушная инженерная академия имени профессора Жуковского. На ее знамени ордена Ленина, Октябрьской революции, Красного знамени. Золотыми буквами вписаны в историю академии имена всемирно известных конструкторов самолетов и авиационных двигателей Ильюшина, Микояна, Яковлева, Болховитинова. Перед мавзолеем бело-голубой флаг.
парадном строю курсанты Ленинградского высшего военно-морского орденов Ленина Ушакова училища имени Фрунзе. Трудна и почетна флотская служба. На много недель, а то и на месяцы, уходят военные моряки в дальние походы. На просторах мирового океана несут они свою службу. Парашютно-десантный полк. У воздушных десантников свой особый почерк даже на параде. Плотно, плечом к плечу шагают рослые парни. Каждый из них в совершенстве владеет любым оружием, приемами рукопашного боя. Крылатая гвардия – самый мобильный род войск. В парадном строю Московское высшее пограничное командное орден Октябрьской революции Краснознаменное училище имени Моссовета. 67 тысяч километров протяженность рубежей, на которых несут службу воины-пограничники. На суше и на море, днем и ночью, в будни и праздники граница не знает сна. Пройдет немного времени, и эти юноши в зеленых фуражках станут офицерами пограничных застав. И снова над площадью военно-морской флаг. На марше полк морской пехоты дважды краснознаменного Балтийского флота. В годы войны около 500 тысяч моряков сражались на сухопутных фронтах. Они обороняли Москву и Ленинград, Таллин и Ханка, Севастополь, Одессу, Новороссийск, Мурманск и Сталинград. Бойцы первого штурмового броска, морские пехотинцы, умеют действовать дерзко, умело, инициативно. Идут воины ордена Ленина краснознаменной дивизии имени Дзержинского. Вот уже 57 лет дивизия с честью носит это славное имя. Массовый героизм проявили ее воины в годы Великой Отечественной в боях под Москвой, на Волховском и Западном фронтах. На площади юность армии и флота. Идут суворовцы и нахимовцы. В сегодняшнем параде участвуют Московское и Калининское суворовские военные училища и Ленинградское нахимовское. Под звуки марша скорого, по-юношески здорово, чеканит шаг суворовцы, наследники Суворова. Идут сплоченно, нерушимо, во всем усердие полны, как будто адмирал Нахимов глядит на них со стороны. В годы войны тысячи мальчишек остались без родителей. В 1943-м для сыновей погибших фронтовиков были организованы эти училища. Многие из первых суворовцев и нахимовцев сейчас уже генералы и адмиралы. Торжественный марш академий и частей завершают по традиции кремлевские курсанты. Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР, участники всех военных парадов на Красной площади. Всех, кроме одного. Парада 7 ноября 1941 года. В этот день они стояли насмерть на подступах к Москве. За годы войны 74 питомца училища стали героями Советского Союза. Сегодня страна чествует воинскую и трудовую доблесть. Истоки нашей победы, сказал вчера на торжественном собрании в Кремле Михаил Сергеевич Горбачев, в природе социализма, советского образа жизни, во всенародном характере Великой Отечественной войны.
проявляя массовый героизм в боях и труде, отстаивали и защищали свою социалистическую родину советские люди разных национальностей. Их сплачивал и воодушевлял великий русский народ, мужество которого, выдержка и несгибаемый дух являли собой вдохновляющий пример несокрушимой воли к победе. На трибуну мавзолея направляются суворовцы и нахимовцы. Они вручают цветы руководителям партии и государства. На Красной площади механизированные колонны. В их рядах боевая техника времен Великой Отечественной войны. Возглавляет эту колонну бывший командующий прославленной 4-й гвардейской танковой армии, дважды Герой Советского Союза, генерал армии Дмитрий Данилович Лелюшенко. Знаменитые 34-ки были лучшими танками Второй мировой войны. На площади самоходные артиллерийские установки. Они были той грозной силой, которая истребляла бронированную технику противника, оказывала огневую поддержку атакующей пехоте. На площади ствольная артиллерия различных калибров и систем, огневая сила войск. Она была основой нашей обороны, а в наступлении главной ударной силой по врагу. Богом войны назвали артиллерию фронтовики. На площади «Катюши» — гвардейские реактивные минометы. Они наводили на врага панический ужас неожиданностью и всекрушающей силой огня. Первый ракетный залп нанесла по противнику батарея капитана Флёрова под Оршей 14 июля 1941 года. Последние залпы «Катюш» прозвучали победными раскатами в мае 1945-го. Зенитная артиллерия. Она была не только надежным заслоном от фашистской авиации, но и вступала в сражения с наземными силами врага. За образцовые боевые действия многие подразделения и соединения зенитной артиллерии награждены орденами, удостоены почетных наименований. На Красную площадь вступает современная военная техника. Заботой партии и государства, смелой мыслью ученых, самоотверженным трудом рабочих и инженеров создано первоклассное вооружение, которым оснащены наша армия и флот. На марше гвардейская мотострелковая Таманская дивизия имени Калинина. В голове колонны овейной славы боевые знамена ее полков. Бои под Смоленском и Ельней, на Курской дуге, на Кубани, в Крыму, в Прибалтике отмечены героизмом и мужеством воинов-таманцев. Броня и моторы, орудийные стволы и ракеты на башнях боевых машин. Вот он, нынешний облик бывшей пехоты. Боевые машины воздушно-десантных войск. Каждый десантник – это боец, способный выполнить практически любую боевую задачу. Транспортные самолеты за короткое время могут перебросить воздушную пехоту в глубокий тыл противника, где она готова автономно выполнять поставленные задачи. Воины-патриоты, интернационалисты сумели в наши дни достойно показать себя. Многих из них Родина отметила высокими наградами. Перед трибуной мавзолея гвардейская Кантемировская ордена Ленина краснознаменная танковая дивизия имени Андропова. Слава гвардейцев-кантемировцев рождалась под Сталинградом, крепла на Курской дуге, упрочилась на правобережной Украине. Дивизия освобождала Польшу и Чехословакию. Идут по площади современные танки, начиненные автоматикой, электроникой, оптикой, вооруженные совершенной техникой. Они приспособлены к бою в любых условиях местности в любое время суток. На Красной площади современная артиллерия.
Мы уже видели орудия времен Великой Отечественной войны. Нынешние орудия стали не только мощнее, но и точнее. Их снаряды таят в себе такую силу, которая на далеком расстоянии способна разрушать даже долговременные укрепления. Проходят современные пушки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки. Нынешняя артиллерия – это не только мощные пушки, это самоходные ствольные и реактивные установки, противотанковые орудия, минометы различных систем и калибров. Ракеты противовоздушной обороны. Каждая такая ракета самостоятельно наводится на указанную ей цель, противостоит естественным и искусственным помехам, уничтожает воздушного противника на самой большой высоте. В годы войны для уничтожения одного вражеского самолета требовалось 600-700 снарядов. Сегодня одна ракета. Но войска ПВО — это не только ракеты. Это и радиолокационная техника, новейшие средства, предупреждающие о воздушном нападении. Это всепогодные ракетоносные истребители-перехватчики. Войска ПВО всегда на страже. На тягачах тактические, оперативно-тактические ракеты. Они способны в кратчайшие сроки поражать цели, находящиеся за многие сотни километров. Военный парад, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, завершился прохождением сводного оркестра. Репортаж о параде в Москве, посвященном 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, смотрели и слушали миллионы людей в нашей стране и за рубежом. Трансляция с Красной площади велась по центральному телевидению, системам космической связи «Орбита», программе «Восток», по каналам интервидения, передавалась всеми радиостанциями Советского Союза. Сегодня Центральный комитет КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР устроили в Кремлевском дворце съездов прием по случаю празднования 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На приеме были товарищи Горбачев, Алиев, Воротников, Гришин, Громыко, Лигачев, Романов, Соломенцев, Тихонов, Чебриков, Демичев, Кузнецов, Пономарев, Соколов, Никонов, Русаков, члены и кандидаты в члены ЦК КПСС, члены Центральной ревизионной комиссии КПСС, ветераны партии войны и труда, военачальники, герои Советского Союза и герои социалистического труда, полные кавалеры Ордена Славы и Ордена Трудовой Славы, передовики производства, деятели науки и культуры, представители партийных, советских и общественных организаций. В зале находились партийно-правительственные делегации социалистических стран, представители коммунистических и рабочих партий, партийно-правительственные делегации освободившихся стран, представители социалистических, социал-демократических и других партий, государственные деятели, представители международных демократических и зарубежных общественных организаций, иностранные ветераны войны, другие зарубежные гости. Присутствовали главы дипломатических представительств, аккредитованные в СССР. Здесь же представители духовенства, журналисты. На приеме выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Дорогие товарищи, друзья, уважаемые иностранные гости!
Сегодня наш народ торжественно празднует 40-летие исторической победы в Великой Отечественной войне. Разрешите от имени Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Советского правительства сердечно поздравить ветеранов войны и труда, воинов Советской армии и военно-морского флота, всех советских людей с этой знаменательной датой. Позвольте также горячо приветствовать всех наших друзей и соратников по совместной борьбе против фашизма, за мир и социальный прогресс, всех уважаемых зарубежных гостей. Для нас, советских людей, 9 мая – праздник особый. Мы славим в этот день беспримерный подвиг нашего народа, наших доблестных вооруженных сил, разгромивших гитлеровских захватчиков, отстоявших честь, свободу и независимость Родины. И мы горды тем, что первое в мире социалистическое государство сыграло решающую роль в победоносном завершении Второй мировой войны, в спасении человечества от фашистского варварства. Советские люди не забыли и никогда не забудут о том большом вкладе, который внесли в борьбу с общим врагом народы стран антигитлеровской коалиции, бойцы народно-освободительных армий, партизаны и подпольщики, участники антифашистских восстаний, движения сопротивления. Как дорогую святыню чтит наш народ День Победы, символизирующий торжество восходящего строя над силами реакции, прочное единство советского общества, несокрушимую дружбу народов СССР, революционную преемственность поколений. Сегодня мы были свидетелями события, исполненного глубокого смысла. Тесно сомкнув ряды, плечом к плечу прошли по Красной площади участники легендарного парада Победы 1945 года и воины, принявшие из их рук боевые знамена. Думаю, все, кто видел этот парад, еще раз убедились: у страны Советов надежные защитники, прочный оборонительный щит. Победа для нас дорога тем, что она дала возможность вновь вернуться к созидательной деятельности, начало которой положил Великий Октябрь. Многое, очень многое сделано за 4 мирных десятилетия. В эти годы еще ярче раскрылась творческая сила советского народа, еще полнее проявились исторические преимущества социализма. Трудовые свершения нашего народа, как и его победа в минувшей войне, неразрывно связаны с руководящей, направляющей деятельностью Ленинской партии коммунистов. Она завоевала безграничное доверие советских людей, высокий авторитет своей самоотверженной, неутомимой борьбой за счастье народа, за его светлое будущее. С чувством уверенности и оптимизма идет партия к своему 27-му съезду, который станет крупной вехой в развитии нашего общества. В День Победы мы вновь и вновь низко склоняем головы перед подвигом всех, кто отдал жизнь во имя свободы Родины, во имя жизни будущих поколений. Память о павших героях, весь оплаченный столь дорогой ценой опыт обязывают нас быть бдительными, беречь как зеницу ока мир, бороться с угрозой войны, решительно выступать против любых посягательств на суверенное право народов самим определять свою судьбу. День Победы – это день единения людей доброй воли. В минувшей войне сумели объединиться, выступить единым фронтом против общего врага все, кому были дороги идеалы прогресса и демократии. Объединиться, несмотря на различия в мировоззренческих, классовых, политических позициях. Объединиться и сокрушить зловещие силы реакции, милитаризма, агрессии. И надо, чтобы все это не осталось лишь страницей истории. Сложен и неспокоен современный мир. И нет ныне задачи важнее, чем отвести от человечества нависшую над ним угрозу войны, остановить ядерный оползень. О государственной мудрости своих руководителей народы судят и будут судить по тому, что они реально делают для выполнения этой первейшей задачи. КПСС уверена: в международных отношениях восторжествуют политический разум, воля к плодотворному сотрудничеству. Какими бы острыми, сложными ни были проблемы современной мировой политики,
они могут и должны решаться лишь одним путем – путем переговоров, терпеливого, конструктивного диалога. Именно этим путем идут и будут идти наша партия, наше советское государство. В русском языке дорогое для всех нас слово «мир» имеет два значения. Мир – это наша планета, мир – это отсутствие войны. И эти понятия неразделимы. Пусть также будут неразделимы они для всех народов. Позвольте провозгласить здравицу за нашу великую Родину, Союз Советских Социалистических Республик, за великий советский народ и его доблестные вооруженные силы. Да здравствует мир во всем мире, дружба и сотрудничество всех народов планеты. Еще раз с праздником Победы вас, дорогие товарищи, друзья, уважаемые зарубежные гости. Во время приема, прошедшего в братской сердечной обстановке, состоялся праздничный концерт. Торжественно отмечают праздник Великой Победы города-герои. Город-герой Ленинград. Это в честь его ратного и трудового подвига в годы войны воздвигнут на площади Восстания обелиск, увенчанный на 36-метровой высоте золотой звездой. По традиции, праздничным утром из Смольного были торжественно вынесены знамена города и области, боевые стяги воинских частей, отличившихся в боях за город Ленина. Много людей пришли сегодня на Пискаревское мемориальное кладбище. Венки, цветы, дань памяти и преклонение перед мужеством и стойкостью ленинградцев. Цветы были возложены сегодня и к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, и к другим памятникам, увековечившим подвиг Ленинграда. Отсюда же началось и праздничное шествие ветеранов по тому самому проспекту, которым возвращались они в свой город весной 45-го победителями. Много памятников и обелисков воздвигнуто на крутых берегах Днепра. Горит вечный огонь славы у могилы неизвестного солдата в Киеве. Сегодня сюда возложили венки товарищ Щербицкий и другие руководители республики. А на праздничном Крещатике состоялось торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны. В Киеве сейчас живет около 90 тысяч ветеранов. Многие из них продолжают трудиться. Громом овации встречает колонну воинов-победителей республиканский стадион. Среди 100 тысяч его зрителей есть сегодня несколько человек, у которых сохранились билеты на этот стадион со штампом 22 июня 1941 года. На тот воскресный день было назначено торжественное открытие стадиона, но состоялось оно, конечно, только после победы в 1946 году. А сегодня здесь массовое театрализованное художественно-спортивное представление «Будь славен в веках, священный день Победы». Площадь Победы, столица Беларуси. В канун праздника здесь открыт мемориальный зал памяти. На мраморных плитах имена сыновей и дочерей разных национальностей, погибших в боях за освобождение нашей республики, а также уроженцев Беларуси, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Праздник Победы. Он отмечен волнующими встречами с наследниками их боевой славы. В праздничных колоннах немало женщин. Им, сестрам милосердия и связисткам, во много крат тяжелее, чем мужчинам, было нести суровую и горькую ношу войны. Но они несли ее мужественно, с достоинством и отвагой. У всех, от мала до велика, кто вышел сегодня на праздничные улицы и площади Минска, букеты цветов. Они дарили их ветеранам, возлагали к монументу героям войны. Сегодня тысячи ветеранов торжественным маршем прошли по улицам города. И возрожденный Волгоград, радостный, светлый и молодой, приветствовал их. Они шли на Мамаев курган,
шли по дороге вдоль Волги, по самой линии фронта. Здесь когда-то стояли они, сросшись с землей, задыхались в дыму, наступали навстречу рвущейся стали. И не было металла крепче их воли, духа их веры. И вот вершина кургана. Ложатся цветы к вечному огню в зале воинской славы. Цветы на воде, цветы на плитах могил. Сколько их сегодня? Тысячи и тысячи букетов каждому нашему солдату, павшему в великой битве на Волге. Сегодня много встреч бывших фронтовиков, ветеранов прославленных частей соединений, получивших почетное наименование «Одесских». Их было 27. Центральным событием праздника стало торжественное открытие обелиска в честь города-героя Одессы. 36-метровую, увенчанную звездой, композицию назвали «Крылья Победы». Согнутые вместе, стилизованные крылья символизируют собой две силы – воинов и жителей, которые выдержали героическую оборону Одессы летом и осенью 1941 года, сдержали у стен города 300-тысячную армию фашистских захватчиков. Ложатся живые цветы у монумента всенародной памяти, героизму, стойкости и верности Родине. В Севастополе праздник Победы – это еще и день освобождения города. Это произошло 9 мая 1944 года. Этот же день стал началом его возрождения. Подвиги советских воинов, их имена увековечены в многочисленных памятниках. И праздник Победы по традиции начался с посещения этих святых мест. Ветераны, молодые рабочие, школьники возлагают цветы. Делегации военных кораблей и частей Краснознаменного Черноморского флота отдают воинские почести тем, кто ценой собственной жизни завоевал нашему народу мир и свободу. Новороссийск – один из крупнейших портовых городов мира, в гавани которого швартуются суда из 70 государств. Таким, наверное, мечтали видеть его те, кто сражался и погиб, защищая свой рабочий город. Город, вставший на пути фашистских полчищ, стремившихся во что бы то ни стало захватить Кавказ и базы Черноморского флота. Здесь, на этом месте, в февральскую ночь 43-го года, высадился героический десант Цезаря Кунникова. Вот в такие солнечные, теплые, весенние дни на этом легендарном клочке Малой Земли было жарко не только от солнечных лучей, а от тысяч бомб, мин, снарядов, которые фашисты обрушивали на малоземельцев. Но вот именно в такие критические моменты советские войны показывали стойкость, мужество, геройство. И сегодня, 40-летие победы над фашизмом, мы отдаем должное памяти павших героев, сделаем все возможное, чтобы наше государство крепло и росло, чтобы на нашей планете был мир и всегда светило вот такое прекрасное мирное солнце. Керчь. С названием этого города связаны крупнейшие военно-морские десанты. На месте одного из них, в Альтигене, накануне 40-летия Победы открыт этот мемориал. Памятники Керчи рассказывают о мужестве партизан и подпольщиков, о стойкости подземного гарнизона в аджимушкайских каменоломнях, где погибали, но не сдавались солдаты, старики, женщины, дети. 129 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза за освобождение Керчи. В память о павших на горе Митридат зажжен вечный огонь и установлен обелиск славы. А в честь Дня Победы молодежь проводит здесь факельное шествие. Марш памяти павших, марш мира, марш верности традициям старших поколений. С необыкновенным упорством сражались здесь наши войска.
рабочее предприятие города славных русских оружейников. Враг не смог сломить стойкости защитников Тулы. В результате была ликвидирована угроза окружения Москвы с юга, а противник понес значительные потери. Говорит бывший рабочий Тульского оружейного завода, летчик, герой Советского Союза Алексей Арсентьевич Рогожин. Сила духа советского человека помогла нам не только выстоять в битве с врагами, но и помогла восстановить разрушенные войной города и села. И вот здесь, где мы сегодня с вами стоим, проходил передний край. Здесь лилась кровь, здесь стояли насмерть туляки. А сегодня вы видите прекрасные жилые дома, школы, учреждения, детские сады, кинотеатры. И все это хорошие дела. А для хороших дел нам нужен мир. И мы отстоим его во что бы это ни стало. Многолюдный митинг состоялся в сквере памяти героев. Навсегда в памяти народной остались дни, когда в тяжелейших сражениях у стен города враг был задержан на пути к Москве. Среди уроженцев Смоленщины более 250 героев Советского Союза. Один из них – Михаил Егоров, водрузивший вместе с Мелитоном Кантария знамя победы над Рейхстагом. Ветераны войны и труда, молодежь минутой молчания почтили память героев, не вернувшихся с полей сражений. У стены Смоленского Кремля к мраморным плитам легли венки. Сегодня впервые в городе Герои Смоленске прозвучит праздничный салют. Торжественно отметили сегодня 40-летие победы трудящиеся Заполярного Мурманска. В канун праздника ему присвоено почетное звание «Город-герой». Десятки тысяч мурманчан, воины гарнизона и моряки-североморцы собрались у памятника защитникам Заполярья. Они возложили к его подножью венки, букеты алых гвоздик. Центром торжеств на Брестской земле стала площадь славы легендарной цитадели. Здесь, у основания 100-метрового штыка обелиска, где горит вечный огонь, состоялась церемония закладки капсул землей городов-героев. Группа бывших танкистов. Они приняли бой у стен Бреста 22 июня. Их разыскали брестские школьники, и это первая встреча. От западной границы начинал рядовым бойцом Николай Александрович Мусин. Закончил войну в Берлине. Полным кавалером Ордена Славы вернулся в Брест Владимир Емельянович Власов. На фронте он был разведчиком и взял 27 языков. Очень хочется, чтобы сегодняшнее молодое поколение росло тоже сильным и здоровым и было готово к защите нашей советской Родины. Огни праздничного артиллерийского салюта во знаменование 40-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне осветили в эти минуты небо Москвы. Сейчас включены телевизионные камеры, установленные на Красной площади столицы. Праздничный салют сегодня высветит в памяти людей майский день 45-го, которому были отданы все силы на фронте и в тылу. 30 залпами из 1000 орудий возвестила тогда Москва об окончании тяжелейшей кровопролитной войны. Thank you.
В эти минуты праздничные артиллерийские салюты звучат в городах-героях. В Ленинграде. Киеве. В Волгограде. Вот так видит сейчас москвичи праздничный салют с Ленинских гор. 354 раза салютовала Москва в годы войны героическим победам советской армии-освободительницы. Сорокалетию Победы салютуют сейчас города-герои. Одесса. Севастополь. Новороссийск. Керчь. Москва, площадь имени 50-летия октября. Каждая вспышка фейерверка – это отсвет огня минувших сражений. Каждая вспышка фейерверка – это эхо наших победных салютов. Красочные огни сейчас в небе городов-героев. Тулы. Ленска. Мурманска.
крепости герои Бреста. Праздничное вечернее небо Москвы. 40 залпами артиллерийских орудий, установленных в 26 точках города, столица нашей Родины отдает честь бессмертному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Праздничные артиллерийские салюты были произведены сегодня также в столицах союзных республик, в городах Калининграде, Львове, Ростове-на-Дону, Куйбышеве, Свердловске, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке и Североморске. ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР обратились к народам, парламентам и правительствам всех стран по случаю 40-летия окончания Второй мировой войны. Перед лицом смертельной фашистской угрозы в годы Второй мировой войны отмечается в обращении, государства с различным социально-политическим строем сумели объединиться против общего врага, доказали возможность эффективного политического и военного сотрудничества во имя единой общечеловеческой цели – свободы и мира. Советский Союз призывает народы и государства, их парламенты и правительства сделать все возможное для предотвращения гонки вооружений в космосе и прекращения ее на Земле для ограничения, сокращения, а затем и полного уничтожения ядерного оружия. Человечество, подчеркивается в обращении, может и должно завершить 20 век и вступить в 21 столетие с уверенностью в своем будущем. Текст обращения был передан сегодня по центральному телевидению. Зарубежные гости праздничных торжеств в Москве с большим интересом ознакомились сегодня с обращением. Третья мировая война грозит всеобщим уничтожением. Если над планетой пронесется ядерный ураган, он не оставит на ней даже оазисов жизни. To this appeal by the Soviet government. Слушая обращение, я думал о том времени, когда только что родившееся советское государство в 1917 году выступило с призывом к народам планеты, с призывом к миру. Нынешнее обращение принято в новых исторических условиях. Сегодня над человечеством нависла угроза ядерной катастрофы. В этом документе предложен конкретный план действий для ее предотвращения. 40 лет назад правительства и народы смогли объединиться в борьбе с фашизмом и победить его. Теперь нам снова необходимо единство во имя общечеловеческой цели, свободы и мира. Мы надеемся, что народы, парламенты и правительства всех стран обратят должное внимание на обращение, сделанное Советским Союзом, и объединят свои силы в борьбе за мир. Я уверен, что этот документ встретит самый широкий отклик во всем мире. С обращением выступила страна, которая потеряла в ходе минувшей войны 20 миллионов жизней. Сейчас по вине Соединенных Штатов продолжается гонка вооружений. Угроза войны резко возросла. Существует огромная опасность для всего человечества.
Мы, европейцы, хорошо знаем, что означает война, ведь наш континент был центром двух мировых войн. Однако, несмотря на нынешнее сложное положение в мире, катастрофа может быть предотвращена. Силам милитаризма и агрессии противостоит воля миллионов людей к миру. Я уверен, что общими усилиями народы могут устранить ядерную угрозу. В связи с 40-летием Победы в адрес ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР на имя товарищей Горбачева и Тихонова поступили поздравительные телеграммы от руководителей Социалистической Республики Румынии, Народной Республики Кампучии, Лаосской Народно-Демократической Республики, от ЦК Компартии Венесуэлы, Генерального секретаря ЦК Компартии Сальвадора, ЦК Тунисской Компартии. Телеграммы продолжают поступать. 40-летие победы над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом торжественно отмечают народы братских социалистических стран. Варшава. Здесь прошли военный парад и демонстрация. Участников торжеств приветствовали товарищ Ярузельский, другие руководители республики, партийно-правительственная делегация СССР, другие зарубежные гости. Перед трибуной прошли наследники тех, кто плечом к плечу с советскими воинами боролся за освобождение Польши от фашистских оккупантов, отстаивал честь и независимость своей родины. Праздничный военный парад состоялся в Праге. Воинов Чехословацкой народной армии приветствовали товарищ Гусак, другие руководители республики. На трибуне партийно-правительственная делегация СССР, делегации других братских стран. Среди участников парада сыновья патриотов, которые вместе с советской армией прошли славный путь от Соколова через Киев и Дуклу до Праги. Дружба народов двух стран навечно скреплена кровью, пролитой в боях с фашизмом. В Софии были возложены венки к монументу в честь советской армии-освободительницы, а также на братскую могилу советских воинов. В церемонии приняли участие товарищ Живков, другие болгарские руководители, делегация Советского Союза. Торжественное собрание, посвященное 40-летию победы над гитлеровским фашизмом и 25-летию восстановления дипломатических отношений между Кубой и СССР, прошло в Гаване. В нем приняли участие Фидель Кастро, другие руководители, делегация Верховного Совета СССР. В своем выступлении министр революционных вооруженных сил Кубы, генерал армии Рауль Кастро, подчеркнул, что разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма оказал влияние на революционные движения в Латинской Америке, где кубинская революция начала новую эру в западном полушарии. Массовая манифестация молодежи была проведена в Улан-Баторе. На ней присутствовали товарищ Батмунг, другие руководители Монгольской Народной Республики, советская партийно-правительственная делегация. В Белграде на площади Маркса и Энгельса состоялся военный парад. Его участников приветствовали председатель Президиума Республики товарищ Джуранович, председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Югославии товарищ Шукрия. Среди зарубежных гостей – государственная делегация Советского Союза, других социалистических стран. В Берлине состоялась торжественная церемония у памятника жертвам фашизма и милитаризма. На церемонии присутствовали партийные и государственные руководители ГДР, представители общественности, молодежных организаций. На площади Свободы в Будапеште были возложены венки к монументу советским воинам-освободителям.
церемонии приняли участие руководители партии и правительства страны. Состоялась также церемония возложения венков к монументу освобождения на горе Геллерт. Торжественный митинг прошел в Ханое. Выступившие подчеркнули, что историческая победа в мае 1945 года в корне изменила соотношение сил на международной арене, привела к созданию мировой социалистической системы, которая является ныне определяющим фактором развития человечества. Сегодня в Бухаресте к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Румынии от фашизма, были возложены венки от Николая Чаушеску, Центрального комитета Румынской компартии, Государственного совета и правительства республики. Глава партийно-правительственной делегации СССР товарищ Капитонов вручил сегодня в Софии Тодору Живкову, другим болгарским руководителям, юбилейные медали 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Советским гостям были вручены болгарские юбилейные медали. На торжественном собрании представителей общественности в Пхеньяне отмечалось, что Советский Союз внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского рабства, спасение мировой цивилизации. Состоялась церемония вручения Ким Ир Сену, другим руководителям КНДР, юбилейной медали 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большой личный вклад в налаживание и укрепление советско-американского сотрудничества в годы Великой Отечественной войны и в связи с 40-летием победы видный американский политический и общественный деятель, бывший посол США в СССР 1943-1946 годы, Аверел Гарриман, награжден орденом Отечественной войны первой степени. Зарубежные средства массовой информации сообщают о торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, комментирует доклад Михаила Сергеевича Горбачева «Бессмертный подвиг советского народа». Венгерская газета «Неп Сабадшак» пишет: «Самое главное, что дала нам победа, это возможность жить и трудиться в условиях мира. Испытание войной показало, социалистический строй непобедим, его жизненные силы неисчерпаемы». Западногерманская телепрограмма ARD сообщила: генеральный секретарь ЦК КПСС подчеркнул опасность реваншизма ФРГ, в реанимации которого столь активно участвует нынешнее руководство США. Английская газета «Гардиан» обращает внимание на целеустремленность и последовательность, с которой советское руководство призывает американскую администрацию отказаться от планов «Звездных войн», предусматривающих перенесение гонки вооружений в космос, и запретить навсегда космическое оружие. Американская телекомпания ABC показала репортаж своего московского корреспондента, который, в частности, сказал: «Выступая как раз в тот момент, когда президент Рейган произносил свою речь в Европарламенте в Страсбурге, советский руководитель отверг как злонамеренный миф любые рассуждения о советской военной угрозе, отметив, что к подобным же аргументам прибегали и нацисты». Японская газета Asahi сообщает: «По случаю 40-летия Победы Советский Союз выступил с подлинной декларацией мира. В советской столице заявлено, что СССР за мир без войн, за мир без оружия». Экономический и социальный совет ООН провел торжественное заседание, посвященное 40-летию Победы. Выступивший на заседании генеральный секретарь ООН Перес де Куэльер указал, что 40-летие Победы представляет одну из важнейших вех мировой истории. Коротко о других событиях за рубежом. В Нью-Йорке открылось срочное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по требованию никарагуанского правительства. Как заявил постоянный представитель Никарагуа при ООН Чаморро Мора, Соединенные Штаты перешли к активному блокированию поисков политического урегулирования в Центральной Америке, предприняли попытку задушить народную революцию в Никарагуа путем экономической блокады.
Подобные действия, отметил никарагуанский делегат, вызывают возмущение во всем мире. Продолжаются массовые манифестации общественности США, протестующие против агрессивных приготовлений Вашингтона в отношении Никарагуа. «Бойкотируйте ЮАР, а не Никарагуа», – скандировали манифестанты в Нью-Йорке. На разгон демонстрации были брошены усиленные наряды полиции. Арестовано около 300 человек. Мощной манифестацией протеста был встречен прибывший в Лиссабон с визитом президент США Рейган. В руках демонстрантов лозунги «Рейган, убирайся вон!» «Нет звездным войнам!» Демократическая общественность Португалии гневно осуждает намерение американской администрации еще глубже втянуть страну в милитаристские планы Пентагона и НАТО. Министр иностранных дел Австралии Уильям Хейден на пресс-конференции в Дели заявил, что Австралия не намерена участвовать в осуществлении объявленной администрацией Рейгана программе «Звездных войн». «В Соединенных Штатах знают о нашей позиции», – подчеркнул он, – «и мы не собираемся менять своего решения». Сегодня камеры центрального телевидения были установлены на многих площадях и улицах столицы в московских парках. Красная площадь в первые минуты после парада. Я Коновалов Василий Федорович из Кузбасса, точнее из города Ленинск-Кузнецк, шахтерского города. Участвовал в 45-м году на параде Победы. Сейчас участвую на параде здесь вторично. Думаю, что доживем, значит, до тех пор, когда будем участвовать в честь 50-летия. Мы прошли парад Победы 17 мая в 45-м году в Праге. Мы приняли это за большую честь, что нам советское правительство дало возможность и пригласило нас на этот торжественный парад 40-летия Победы советского народа над фашизмом. Это для нас очень-очень просто приятно, и мы считаем это за большую честь. Чтобы больше ветеранов войны не было, чтобы мы были последние ветераны, чтобы были ветераны только труда, мира. Скверу Большого театра. Я очень хочу, чтобы наши дети, наше поколение видело вот эти встречи. И все-таки мы верим, что наши дети и внуки принесут то знамя, которое мы принесли. Если мы были солдатами Великой Отечественной, то наши дети, наши внуки будут солдатами Великого Отечественного труда. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького – традиционное место встреч ветеранов войны. тысяч женщин воевали, не только именно на фронте. Фронт и тыл был единый боевой лагерь. Если б не было б крепкого тыла, не было б нам победы. Измайловский парк столицы. Отсюда многие из них уходили на войну. Мы где-то часам, примерно к часу ночи вернулись в расположение штаба полка и только прикурнули спать. И вдруг слышим топот ног в тишине. Бежит Коля Калугин. Часовой был у штаба полка, так он бросил пост, побежал по расположению кричать: «Ребята, победа!» Вся линия фронта, это был сплошной салют. Сплошной салют был. У меня во взводе было 340 ракет, к утру ни одной уже не осталось. Все высадили в воздух. Мы, ветераны, безмерно благодарны нынешнему поколению и воинов, и рабочих людей за то, что они вот уже 40 лет держат мир. И надеемся, и верим, что пройдут многие-многие годы, и этот мир наши дети, наши внуки будут хранить и будут
чтить память тех, кого уже нет среди нас и кто никогда с нами уже не будет. С новостями спорта вас сегодня познакомит Евгений Майоров. Здравствуйте, товарищи. Велогонка мира пришла в Москву. И хотя она стартовала с пролога накануне в Праге, но первый этап состоялся сегодня в нашей столице. 129 гонщиков из 22 стран приготовились к борьбе на трассе протяженностью 130 километров. А перед началом, по традиции, в небе появились голуби, символ мира и дружбы. Плотной группой ушли спортсмены на дистанцию по проспектам и улицам Москвы. Главные претенденты на победу бдительно следили друг за другом. И в некоторые моменты создавалось впечатление, никто не торопится к финишу, хотя средняя скорость гонщиков была достаточно высокой – 45 км в час. Активно вел борьбу спортсмен из ГДР Уве Раб, записавший первые очки в зачет самого активного велосипедиста гонки. Он выиграл два промежуточных финиша. Отдельные попытки уйти в отрыв ни к чему не привели. Группа легко доставала беглецов. Становилось ясно, что судьба первого этапа решится буквально на последних метрах дистанции, причем главное значение будет иметь умение финишировать. Зрители, окружившие трассу у здания МГУ, напряженно всматривались, кто же появится первым на финишной привод. Они восторженно зашумели. Неудержимо рвался к победе советский спортсмен Риха Суун. Он первый на этапе. Рядом с ним на пьедестале почета встали Уве Раб из ГДР и Михал Класса из Чехословакии. Положение лидеров не изменилось. Впереди Лех Песецкий из Польши и команда ГДР. В норвежском городе Хамере начался чемпионат Европы по борьбе дзюдо. Первую золотую медаль сборной Советского Союза принес Григорий Веричев из Челябинска, выступавший в весовой категории до 95 килограммов. Досрочно в 17 раз подряд чемпионками Советского Союза по гандболу стали спартаковские Киева. Сегодня со счетом 31-21 они выиграли у команды «Россельмаш». Сегодня в Новосибирске состоялся третий финальный матч чемпионата страны по баскетболу среди женских команд, в котором встретились местная команда «Динамо» и «ЦСКА». Армейские баскетболистки выиграли со счетом 74-66 и впервые завоевали золотые медали. По сведениям Гидрометцентра СССР, завтра, 10 мая, на юге европейской территории страны будет тепло, на севере территории удержится прохладная погода. В республиках Прибалтики плюс 13-18, в Литве до 20 градусов тепла. В Белоруссии 17-22, на юге республики до 25. На Украине 23-28, на юго-востоке до 32 градусов. В Молдавии плюс 24-29. В Краснодарском и Ставропольском краях 26-31 градус тепла. В Грузии 27-32. В Армении 16-21, в Араратской долине 25-30 градусов. В Азербайджане 24-29. В Поволжье плюс 13-18, на Нижней Волге 26-31 градус. В центральном районе европейской части России плюс 13-19. В центральном черноземном районе плюс 14-19, местами до 23. В Волго-Вятском районе плюс 10-15. В Ленинграде 14-16 градусов тепла. Москва праздничная. Сегодня в столице был ясный солнечный день.
Завтра ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер слабый. Температура ночью +2-4, днем 15-17 градусов тепла.